Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Рады вас приветствовать на пятом туре футбольного чемпионата «Эластика» осень 2017, в котором сошлись Восток и Газмяс. Восток традиционно для себя в красной форме, ну а Газмяс в синих манишках. Мы видим, что довольно неплохой сбор у Востока. Я бы сказал, что много костяк основной на самом деле есть. По большому счету, немножко они даже усилились сегодня. Ну, а Газмяс тоже, похоже, в неплохих кондициях, по идее, должен подойти к этой встрече. Потому что говорил мне Григорий Орел-капитан, что еще подъедут игроки, должны появиться, подключиться к игре. Ну, более, так как что нас... очень-очень не хотели в воскресенье поиграть. И вот, собственно, то самое воскресенье, которого они так и ждали. Проверил готовность. Батарея рефери и произойдет стартовый свисток. Восток контролирует мяч. Торопов. Шкаленко. Александр смещается. Включает Вышкина. Соболев делает дальний заброс на Бурбу, но первый на мяче Горышков забирает, сразу подключает Мандаренко. Тут на Шкаленко. Торопов. Снова Бондаренко. Удар. И ведь хорошо подловил на движении Иваницкого. И зона была открыта для удара. Не перекрывал он эту зону. Можно было даже забивать. Ударил не точно. И сейчас будет разыгрывать уже Газмяс Иваницкий. Пас на Горешкова, чего явно не хотел. Ну, попрессинговал там Панкратов. Все-таки заставил принимать поспешное решение. Торопов. Заброс не проходит, Иваницкий парирует. Снова Иваницкий с мячом. Можно разыграть на Иванова, так и делает. Здесь, конечно, неудачная обработка мяча приводит к тому, что Коленко едва-едва не отобрал. Скрипка забрасывает на Иванова, что Петрини дождался Бурбы, но читал эту всю ситуацию Панкратов и не дал. Все-таки рикошет от Панкратовой, поэтому Газмяс разыгрывает. Бурба. На скрипку сыграть. Почему не сыграл? Непонятно. Кто-то топорно действует. Найти какую-то лазейку. Ну, похоже, Шкаленко не тот игрок, который позволит спокойно дать передачу. Протаранить. Да. Горышков бросает на Панкратова. Тут на Торопова. Снова Горышков. Заброс. Шкаленко с мячом. Торопов сбрасывает на Бондаренко. Хороший момент. Соболев выходит на выручку своей команде. Бондаренко готовится подавать угловой. Бондаренко забирает легко мяч. Это голкипер Газмяса. И сразу решил проверить, так сказать, подержать в тонусе Горюшкова. Но не точно, не точно. А вот Иван довольно-таки далеко вышел из ворот. Даже не знаю, готов был поддержать, наверное, атаку своей команды. Торопов. Панкратов далековато отпустил от себя мяч, но все-таки пробился, да, удар, но Соболев забрал. Скрипка спокойно проходит, можно дальше идти, но чересчур далеко от себя отпустил мяч в этой ситуации Григорий. Горышков, Бондаренко не дает Бурба спокойно ему принимать. Поборолся, но отобрать мяч не удалось Андрею в этой данной конкретной ситуации. Алексеенко пытался продлить, но можно было самому здесь подсказать Шкаленко, я с ним согласен. Иваницкий. Пробиться не дает развить, но только Шкаленко подключает Бондаренко. Но Соболев первый на мяче спокойно забирает. Опасненько смотрелось. Мог и задеть по голове здесь, но аккуратно. Бондаренко. Алексеенко с мячом. Пасует на Бондаренко. Очень плотный пас. Тяжело было подработать такое. Мяч потерян. Бурба. Дальний заброс на Иванова. Ну,
Бондаренко ощущается. Одно! Бондаренко пытался продлевать, но Александр не прошел Иваницкого в этой ситуации. Бондаренко бьет не совсем точно. Не удается провернуть корпус и пробить точнее. Пока что у Бондаренко, ну, уже дважды выходил на ударную зону. И, наверное, во второй раз все-таки не так удачливо, как хотелось бы. Шкаленко всегда вводит динамизм для команды «Восток». Легок он на ногах. Но пока что тоже это результата и не приносит. Бурба не спеша к мячу подходит на правой бровке. Но, правда, не вводит мяч не там. И судья... Со своей перевести. Разыгрывают с Ивановым. Что дальше? А вот нужно подключаться. Здесь, мне кажется, Денис Иваницкому было перемещаться. Ну, собственно, он уже есть мячом. И можно и на скрипку сыграть, и дальше продлить. Иванова плотно опекает своих визави игроки «Востока». Не дают Газмясу выстраивать свои атаки. Не хватает, как по мне, сейчас Черных вот в этой четверке. Как вписывается он как-то и добавляет... Можно сказать, большей надежности, наверное, игре Газмяс. Ну, а Востока что-то не то с ударами сегодня пока что, я это отмечу. Потому что как-то прицельно, по-моему, створ они еще и не пробивали. Если мне память не изменяет. А так, тем самым временем, у нас 6 минут уже истекло в матче. 5 точно. Хорошая передача на скрипку, но тут думаю, тяжеловато об этом зацепиться уже. Батеренко, ты говоришь на горышко. Торопов пробивает. О, увы, блокирован. Тем не менее, мяч остался за Восток. Леша! Алексеенко. Интересная передача, но скрипка все это прочитал. Иваницкий готов уже разогнать эту атаку, но никто не смещается. Поэтому пришлось принимать именно вот такое решение. Не самое, так сказать, удачное. Небрежная передача. Мяч переходит к Газмясу. Один слева, сам слева. Иваницкий подловил на движение. Не удалось протянуть как-то дальше. И Шкаленко будет сейчас через центр. Алексеенко. Бондаренко, да вот не прошел скрипку, и сразу же Григорий разогнался. Кто-то должен помочь, наверное, да, пришлось подключить Иваницкого, Бурба. Ну, тяжело такими ударами будет забить Газмясу, если так дальше будет продолжаться. Нужно ближе подбираться как-то через комбинации к воротам, мне кажется. Получается, не дают ему пройти. Скрипка, они точно сбрасывают. Ядров все-таки зацепился. И ушел мяч, ушел. Там оставайся сразу. На игроке, Макс, сюда, вперед. Макс, плотнее. Соболев еще куда же бросил. Далеко забрасывает на Черных, но Бондаренко прочитал всю ситуацию. Воропов с мячом. Вперед, Макс! Вперед, иди! На штангу, Макс! Первый ход со стороны Газмяса. Витя, на другую штангу. По две штангу, кстати, еще проверь. Левее, так, проверь. Лёд, еще проверь. Торопов и мяча, что предпримет. Мяч все-таки остается у Востока. Горышков готов, наверное, нести удар, но не совсем точно. Иваницкий. Хорошая передача сейчас прошла на скрипку, и тот пробил, но не совсем прицельно. Мне кажется, мог бы взять время на то, чтобы... Хорошенько прицелиться. Здесь Григорий скрипка, никто ему не мешал. Ну, немножко поспешил. Иногда и такое бывает, конечно. Будет сбрасывать голкипер. Черных вот уже в поле. Оттеснял его здесь Бондаренко.
несколько раз подтолкнул спину. Выбирает большой разгон, дабы пробить. Их убивает прямо в стеночку, по сути. Низкого. Зуба. Пытается пробиться, да, получается у него просочиться здесь. Что предпримет дальше? И бить будет. Удар выше ворот. Главное выйти на удар, как говорится. Бурба хорошо пробивает с левой ноги. И вот всегда спокойно ищет эту зону. Как только находит, собственно, сразу пробует пробить. И подключает Иваницкого. Все-таки здесь Черных. Гол! 1-0! Газмяс выходит вперед. И забивает Иваницкий. Красавчик, отдал быстро. Я выпал. На 10-й минуте матча. На экваторе первого тайма. Если сказать по-другому. Сыгрывает уже Востоку. Придется отыгрываться. Надо сказать, что немного было шансов у Газмяса. Но они смогли все-таки воспользоваться тем счастливым билетиком, если так можно сказать. Сыгрывка пробил туда куда-то в направлении ворот соперника. Торопов с мячом. Подключает Бондаренко Александра. Лево еще один. Загрывает. Убирай, бей. Удар. Соболев забирает спокойно этот мяч. Брос вперед, значит, в борьбу на Черных. И все-таки по итогам оказывается мяч у Бурбы. Кто предпримет, Андрей? Удар выше ворот. Спокойно он так. Мне кажется, вот все-таки вальяжно разворачивался. Ну вот в этом, да, в этом есть, наверное, и Бурба. Если честно, то есть не спеша как-то это все делает, но в момент удара бьет достаточно жестко. Хотя про этот удар мы так бы не сказали. Ничего, все нормально. Вот Кратов готовится ввести мяч в игру. Открывает Шкаленко. Низкий. Бурбу. Пробился все-таки здесь Бурба. И это гол. И аккуратным ударом забивает второй мяч. Бурба. Евгений. На 12-й минуте. Бурба Андрей. Бурба Андрей. И 2-0. Газмяс выходит вперед. Черных. Хотя продлить на Бурбу, он не совсем точно. Бондаренко все-таки навязал Черных борьбу. Вообще был курьезно с момента, как разворачивался паста Бондаренко. Ну, похоже, не было агрессии там ни с одной стороны, ни с другой. В том случае. Иваницкий. Добраться сюда куда-то вперед. Вообще первый тайм хороший для Газмяса, это не редкость. То, что происходит во втором тайме, Газмясом, сам Газмяс знает не понаслышке. Черных перекусывает. Что дальше? Спокойно удержал себе мяч, подключил скрипку. А вот Шкаленко не дал прицельно тому пробить. Сразу же хочет разогнать атаку Бондаренко, навязывает ему борьбу Бурба. Это фол, конечно же, со стороны. Андрея, три фола уже у Газмяса. Как-то даже немножко удивительно, ведь с начала поединка мне казалось, что все-таки Восток будет более жестко и более грубо играть, а вот оказывается, что нет, Газмяс больше фолит. Ленка получает Горюшкова, что тут предпримет. Удар, хороший удар, но Соболев забирает. И сразу же как решил проверить, наверное, готовность. Ну, Шкаленко останавливает. Мне кажется, что не совсем створ там летел мяч, но не знаю. Не совсем, я с тобой полностью согласен. Шкаленко. Ну вот успел ли Шкаленко проконтролировать, летит в створ или нет? Ну, мне кажется, нет. Потому что поэтому и подстраховал, да. Кратов, Шкаленко отыгрывает. Шкаленко. Почему Восток не подключает пятого игрока, мне непонятно. Ведь на самом-то деле Горюшков хорошо играет ногами, и можно было бы
можно было бы со Шкаленко что-то, с Бондаренко придумывать, как-то разыграть. Ваницкий пытается просочиться как-то. Мяч все-таки остался с Газмясом. Черных элегантно сбрасывает на скрипку. Успеет ли Григорий? Да, успевает. Но тут уже навязал ему борьбу, если не ошибаюсь. Пиратов. Ваницкий. Кто-то сразу же пробить. О, вы не получили. Некорректное видение аута. Был заступ, левая нога была на поле, поэтому мяч переходит к востоку. Бондаренко уже готов. Градов зацепится здесь, зацепился с Бурбой, но все-таки только мяч остается у востока. Продолжает перепасовываться. Бондаренко здесь не обработал. Горешикова решили подключить. Выхода нету. Соболев забирает этот мяч. Ну, голкипер выбивает. Но на этот раз, мне кажется, никому этот пас и не шел, не точно. И Горешков уже почаще мы видим его с мячом. Братенько. Это игрок на Бондаренко. Коленко с мячом. Алексеенко. А тут как-то не совсем ловко принимает. Но мяч остается за у востока. Бондаренко, наш Коленко. Есть свободная зона, можно бить. Соболев парирует. Хорошо, хлестко пробивал. На самом деле, с левой ноги сразу так классно развернувшись. Эффектно смотрелось, да и эффективно. Мяч сохранили. Восток вводит. Горешков, смазанный удар. Соболев. Бросает далеко вперед на Бурбу. Тут принимает. Есть зона для удара. Гол! Красивый мяч. Развернул. Конечно, смачно пробил. Не ожидали, что так прицельно в угол пробьет. 3-0. Здесь не сбрасывает на Бондаренко. Что дальше последует у нас? Навязал все-таки борьбу Григорий, там Орел. Бурба с мячом уже. Спокойно он хладнокровно разбирается. Не получилось пробиться. Бурба. Бурба. У Семенова. Пытается просочиться Андрей здесь, но Шкаленко не пускает. С фолом все-таки. Четвертый фол со стороны Газмяса. Шкаленко. Выше ворот. Орел на Семенова. Сивоченко, вернее, а тот, да, уже на Семенова. Поспешил. События развивались не так быстро. Прочитал комбинацию Газмяса. Шкаленко на Алексеенко. Но Шкаленко с мячом. Что предпримет? Александр пропущает Бондаренко. Орел борется здесь с Бондаренко, но все-таки Александр, похоже, выйдет победителем. Да, и даже сохранил мяч у себя, пытается пройти. А тут у нас фол. Это пятый фол. Со стороны Газмяса. Еще есть шансы у нас увидеть 10-метровый в этом тайме, на самом деле. Чак готовится. Я думаю, что все-таки последует здесь удар. Если так прозвучал, можно бить или разыгрывать. Посмотрим. Все-таки удар выше ворот. Что-то не ладится с выстрелами, с ударами сегодня у Востока. Не...
не такую точность, как могли бы, я думаю, демонстрируют игроки в красных футболках сегодня. Точность ударов я имею в виду. Семенов готовится вести. А, вот ищет, кому же дать. Дает на Бурбу. Тот пытается сам просочиться, но Алексеенко не дает ему пройти себя. Отыгрывает сразу на Горюшкова. Семенов перекусывает передачу. И Алексеенко уже вводит, соответственно, аут. Открыт сейчас коленка был, но как-то затянулся этим решением. И вот приходится через голкипера обыгрываться. Но, может, это и правильное решение. Почему Горюшков рука была? Судьи не было видно этого ракурса. Ну, возможно, он не хотел давать свисток, потому что это был бы шестой фол. Такой, скажем, не стопроцентной ситуации, как для шестого фола. Алексеенко. Иванов. Как-то узко стоят сейчас игроки Газмяса, и мне кажется, это удобно для обороны со стороны Востока. Вот и счет удовлетворяющий, все-таки Газмяс. Бурба Черпаком. Точно догонит и Семенов. Да, догоняет, но оставить мяч в игре не получилось. Угловой для Востока. Стрел. Не проходит. Снова будет повторять ведение углового. Мандаренко показывает Алексеенко, мол, будь готов, сейчас отыграю. Алексеенко аккуратничает. Ну, можно было найти зону для ударов. Григорий Орлов здесь навязывает прессинг высокий. Хочет продемонстрировать для своей команды, что стоит поактивнее двигаться, поактивнее отбирать. Дальний заброс туда на борьбу на Семенова. Вот. Все-таки чуть-чуть черкнул мяч, но не думаю, что сильно подправил траекторию. Торопов. Коленко. Стрел. И вот очень перспективная атака, потому что простреливал на дальний. Казалось бы, можно уже замыкать там. Хорошо выходить в удобную зону. Коленко тут выстреливает, но тем не менее спокойно, что закончилось за дико с мяса. Иванов, ну, здесь регистрируется все-таки фол рефери. И, похоже, желтую карточку даст, наверное, или нет. Да, уже дал желтую карточку. Желтую карточку получил Коленко. Александр Зафо, последний надежда посадки. Да, играть остается совсем ничего, и я понимаю, что до счета на ЖСКА остается недолго. Бурба набирает разгон, видимо, бить будет. Удар выше ворот и сразу же свисток, который сигнализирует нам о окончании первого тайма. Счет 3-0 в пользу Газмяса.